Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с вице-президентом компании «Сбербанк России» Алексеем Поповым. На встрече обсуждалось создание колл-центра Сбербанка в республике. Подробности в сюжете. Создание в Чувашии единого центра процессинга и биллинга – вот главная тема, которую обсуждали на совещании в Доме правительства. По сути, это будет единый расчетный центр, через который пройдут платежи за поставки коммунальных услуг. Платежи становятся более прозрачными, они осуществляются через единый расчетный центр, и они являются целевыми. То есть исключает сама возможность нецелевого использования денежных средств. Сейчас управляющая компания осуществляет сбор денежных средств самостоятельно и перечисляет их самостоятельно. Зачастую эти денежные средства задерживаются на счетах. Пилотным городом этого проекта стал Новочебоксарск. Там уже создано совместное предприятие с участием Сбербанка и муниципалитета. Люди реально могут заплатить. Кто привык платить, лично стоять в очередь в кассу, ради бога, мы это, конечно, не приветствуем, и никто это не приветствует. Психологически еще все это есть. С любовью обучим подойти к терминалу, и, может быть, не первый раз, но на второй, на третий человек уже понравится. Но есть и самые современные, это мобильный банк, автоплатеж, то есть на разные категории людей у нас безо всякого насилия есть разные способы. Еще одна тема – возможность размещения контактного центра компании «Сбербанк России» в Чебоксарах. Сейчас столицу рассматривают как вероятного претендента на дислокацию колл-центра «Сбербанка» наряду с еще несколькими городами. На совещании перечислили конкурентные преимущества, которые имеются у нашей республики. Одно из них – наличие профессиональных кадров. Ежегодно в вузы и СУЗы Чувашии выпускают огромное количество специалистов. Говорили и о возможной локации объекта в центре города на улице Калинина, рядом с крупнейшим торговым комплексом «Мегамолл». На этом плюсы не заканчиваются. С точки зрения энергетики, доброты души, гостеприимства, улыбок – это же очень важно для любого клиента. И вежливые отношения, значит, с учетом всех тех моментов. Значит, народ спортивный, народ эффективный, молодежь креативная, целеустремленная. Решение будет принято позже, но Алексей Попов высказал свое субъективное мнение в пользу площадки в Чувашии. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.